Привет всем подписчикам канала Уральского усадьбы. Начали мы монтаж. Сегодня маленько с опозданием. Уже собрали брус. Практически каркас готов. Вот один колец обшит и второй уже на подходе. Все потихоньку подробнее. Прогоны Ваня устанавливает. Помогу, еще будем ставить коньковую. Вот и закончен монтаж теплицы арочная 3М. Теплица свалена с профильной трубы 20 на 20, 20 на 40. Труба оцинкованная, плюс полимерный порошковый окрас цвет шоколад. Фундамент теплицы брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Поликарбонат 4 мм 0,75 плотности. Новатра. Все соты поликарбоната защищены торцевым профилем перфолентой по всему периметру теплицы. Везде. Также установлена коньковая формуга для проветривания. Ручная. На торцах уплотнительная резинка. Здесь цельная дверь с крючком. В теплице установлены укосины для большей жесткости конструкции. Колышки вбиты 6 штук по углам и по центру. Теплица стояла мертва. Также в теплице формуга. Положение сделали клиенту открывать цепочки, чтобы ветром не удуло. Вот, и установлены нитки системы подвязки. Все качественно, четко и надежно. Дальний торец, форточка. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, заказывайте металлоконструкции. Всем пока. Вот теплица арочная у соседей. Вот там вот мы поставили только что теплицу за забором. Это стоит уже год, тоже такая же. Мы просто заехали, установили систему подвязки. Вот. А так теплица, год-то еще вообще не показатель для нее. Ничего ей не будет, все четко. Вот точно так же рядом с этой арочной прошлогодней стоит теплица тоже арочная, уже 5 лет. Труба данной теплицы 30 на 30, оцинковка. То есть раньше вот такие делали, сейчас уже как-то мы их не делаем. Раньше делали, ну в принципе состояние идеально, я бы сказал. Ничего, нигде все не ржавчины, цинк все-таки дает о себе знать. Ну и мы заехали, также здесь тоже установили систему подвязки 4 нитки. Так есть маленько сварочное соединение. Чуть-чуть. Ну, для 5 лет это шикарно. Теплица на бетон посажена. Все на месте, все работает, все идеально. Все. Всем пока.